мимо льешь, мимо. Всем привет, друзья. В общем, четверг сегодня. Ну, что такое? Ну что, вот, все работают на камеру, а что ж ты будешь делать? Один проливает, другой на голову не весь что возгромоздил. В общем, что у нас сегодня? Управились, сейчас сходили. У меня с утра уроки отменились. Не пришел мальчик. Вот. Что еще? Фадей в школе. Все остальные дома. Сейчас пойдем с Матвеем уроки делать, как всегда. Потом у него зум уроки аж до 3:30 будут. Да-да, сегодня у тебя 4 урока. Значит, сразу на каток. Ну, потом на каток он собирается. Да, в общем, все как обычно. Сварили поросенку. Кашу уже, которую вчера варили, скормили. Поставила варить говядины кусок. Что-то вчера забыла оттаять, пришлось мороженое сейчас положить. Нашла еще печень, сейчас поставила ее оттаивать. На завтра буду салатик делать из печени. Вот такие дела. Бабушка завтракает, сидит. Яйца ела, сыр с маслицем. Так, Матвей тоже яйца ел с сосиской только. Вот. Фима где-то сидит, смотрит свой планшет, тоже хрустяшек своих поел и все. Вот такие дела. Картошка. А, дед еще. Картошка. Это дед картошку, что ли, жарит? Кто жарил картошку? Я про нее забыла. Да. Вот так вот. Картошку еще нажарили. В общем, поделали. Сегодня у нас что-то непонятно, как таймер сработал. Ну, Алеша утром рано, когда Фадея повез, переключил, так вроде теперь работает. Там какой-то переключатель. У нас гирлянда, в общем, всю ночь работала из-за него. Не сработала таймер. Надо было там какой-то переключатель еще включить, Алеша говорит. А отключиться потом он переключил, когда утром она уже потом отключилась. Так что всю ночь веселили соседи нашей гирляндой, да? Вот, мигала она. Такие дела. Ну и все, пока. Пока вот такие вот дела у нас. Пошли уроки делать, мальчик. Давай, вставай. Ужин у нас, друзья. Вот это кабачки жареные. Это мясо по-французски. В микроволновке. Вот так. Все, что успела, приготовила. Сейчас пришла, а меня уже разрывают. Один зовет по-русскому, говорит, сейчас двойку поставят, если я срочно не скину. Другой математику не может сделать задачу. В общем, это какой-то ужас. А ты что не поможешь математику-то делать ему? Да, иди математику делай, что сидишь, яблоки ешь. Матвей, а ты иди русский, давай, начинай. Что ты сидишь, играешь-то? Ой, ладно. В общем, сейчас мы поедим. Дед у нас суп сварил, Алёша с дедом ели суп. Фадей поел суп с макарошками. А мы сейчас с бабушкой поедим, она вот что-то вам капризничает. Говорит, есть пить не хочу. Вообще, кошмар. Голодовку объявляет тоже. Ай, такие дела. Сейчас, в общем, я яиц продала. Сейчас диван, кресло, стоик, стулья. Обитую кровать с Майнкрафтом. Ну и чуть, ну и чего ли, ну и не получше? Я вижу, что у нее вкус, и что я вижу, что у нее всегда так. Что ты там делаешь? Печень замочу. Я вам кашу варю. Бедняжка, уже сам варишь, да? Плохо жило, когда работалось. Заработалось. Жалко его. На кашу поставить. А. Чу-чу-чу-чу-чу. Ты позвоночник-то не сломаешь хоть? Вот. Молодец. Я могу. Я умею. Ладно, Микела пошла с нами гулять, а мы пошли поуправляемся, потому что уже сил нет дома сидеть, у меня уже мозги плавятся. Все, домашние вроде на сегодня все сделали, все отправили. Вроде бы все, не знаю. Пойдем, в общем, немножко сейчас прогуляемся. Потом приду, буду с печенью заниматься. Ее надо отваривать на завтра, чтобы уже... Чтобы завтра не было таких проблем.
Вот, Алёша сейчас слушал президента. Сказал, что на Ефима нам... Да, Алёша? Правильно я понимаю, что на Ефима выплатят 5000 нам? Вот, подарочек ему купим. Ну, конечно, подарочек большой. Но это он сказал на подарки ребенка маленького. Значит, что до Нового года. А, ну вот, так что. А надо что-то оформлять-то, нет? Опять оформлять надо? Через госуслуги? Ну ладно. Так что, такой вот. Пойдем, Микелка, гулять идем. Давай, давай, шуруй, не ленись. Я вот устала, как не знаю, у меня голова уже как это. С этими уроками безвылазными уже не могу. И все равно иду гулять. Чтоб прогуляться. Че, дед? Ты куда пошла гулять? Я пошла гулять. Ну, пойди. Я еще успею, мне скоро, мне еще через час идти управляться. Ну, ты можешь начинать. Да я пойду посмотрю. Я, Алёша, сегодня какие-то поддоны носил. Хочу посмотреть, что за поддоны. Вот. Да поснимать хоть маленько, а то сегодня вообще никак не до съемок было. Вот, какая у нас зима. Смотрите, дед опять в футболочку пошел управляться к бычку. Ой, блин, сегодня ему. Ну что-то ты вообще в последние дни решил его закормить на нет, что ли? Что ли он сам от обжорства умер, да? Ох! И уронила, да? Ай-яй-яй. Ой, как хорошо сегодня на улице, тепло, ага. Я даже смотрю, у нас дорога-то черная. От того, что тепло, видимо, развозили мы машины, да, развозюкали. Что, она открыть не могла? Фу. Тоже, смотрите, соседи, это у них четверо ребятишек, у них сколько получается? Два школьника. Видите, тоже лампа горит, тоже уроки делают, бедняжки. Вот так. Всему сейчас. Вот, Алёша, поддончики принес. Поросюшу нашу укладывать. Но мне кажется, по длине-то ведь мало. Алёша, по длине-то мало будет? А больше нету. Ну, а как они уложат его? Там, мне кажется, нормально все. По длине-то мало будет. Колу-то же отрежут, нет? Нет, ну все равно мало. Он вот на нижний, может быть, и вошел бы, а вот этот вот. В общем, я не знаю. На какой? Ну, которая внизу, вот, длиной, вот, может быть, тело вот такое, ну. Что-то я не знаю. Надо вам с дедом завтра посмотреть и продумать еще. Нет, этот момент. Ну, давай сейчас тебе сделаю. А что ты сделаешь? У тебя еще есть, что ли, поддоны? Ну, а как ты из-за них-то делаешь? Именно по высоте-то хочется повыше, а ничего, тебе в наклон чистить его будут. Это же тяжело тоже. А в том году лавка же какая-то у нас была. Нет, поддоны были. Ну, у нас их же много было поддонов. Ну, вот мы, по-моему, в три яруса ставили, да? Ну давай еще за это. Ну вот он, может быть, вот в эту часть и ляжет, а тут надо было посередине его как бы класть, чтобы они могли на один бок, на другой его катать. Вот я и говорю. У тебя не было двух-то вот таких хотя бы? Как-то может сколотить досками тогда их? Взять доски и так проложить еще? Не знаю. Больше у меня ничего нету, то есть надо что-то, видимо, это... Ну вот если наколотить, говорю, вот оно может и удобнее, доски были бы, они бы положили, а он бы не перекатывался. Ну, в общем, давай с дедом завтра посмотри еще, что-то не доделали. Ой. Ой. Ну что, курятины? Курятины, курятины. Как там вы? Нормально. Вот так вот, друзья. Вот видите, как вот получается. Хочется что-то для вас снять, а минутки даже свободно нет. В итоге снимаем то, что когда я освобожусь. Освобождаюсь я когда? Когда мы управляемся. Вот и все. Вот и получается, что я вам снимаю одних наших животных. Потому что снимать Боря. Не переверни раньше времени, да. Снимать то, как мы сидим, уроки делаем, это неинтересно вам будет смотреть, правильно?
Ну уж извиняйте, что делать-то? Надеюсь, скоро пойдет, Алеша, веселее у нас жизнь, да? Будем что-то более интересное снимать. Каникулы будут, да? Ну, я и говорю. Будем на лыжах хоть ходить. Снега-то нету. А, блин, что делать? Лыжи отменяются, да? Будем только на каток ходить. Может быть, куда-нибудь будем съездим хоть, ага, ведь. Эй, ты что там опять перевернулся? Нет, он не может. Нас сегодня много. Ешь давай, все вкусно. Папа тебе кашу такую варит. Что, у него хоть сухо пока? Или завтра хочешь все равно убрать, да, ведь? Не, ну Алеша, они забьют, они же по этой мяше вот тут с краю не потащат его, надо все равно будет это. Они же его вывести-то не смогут. Мы же в том году кололи, когда поросят. А, вот, он стрелял в ухо ему поросенку. И потом они вот через эту дверку кое-как его вытаскивали. А по-другому не получается. Пробовали выманивать, чтобы сюда вышли. Говорю, ни в какую не выходят поросята. Они, видимо, чужих. А что такое? Да ничего они им не сделают. Они в угол зажались, чего они. Не помешает, нет. Не помешает. Ведь Алеша, он вывалил все-таки все. Вот что делается, а. Так что завтра придется все-таки к вечеру это почистить, наверное. Так-то он хороший, чистенький стал. У него уже нормальная шкурка будет чистая. Вот такие дела. Ну ладно. Сегодня звонили мы. Бабушка звонила брату моему. Ну, с женой его разговаривала, сам-то брат на работе. Я имею в виду, в их семью звонила. Вот. Да ты чё? Сколько думаешь? 22. 23. 23, ура! Все несутся. Молодцы. Думаешь, да нет, конечно, их не 20 ждут. Эй, не надо. Они такие шустрые. Нет, их тут, конечно, наверное, побольше. Но я не думаю, что они каждый день несутся. Они же у нас все-таки не специально несушки ведь. Они же не несушки. Они же у нас другой породы. То, что ты их сама вывела, это хорошо. Ну да, наверное. Тогда, может быть, это, выводи еще. Ну, их можно выводить, в принципе. А просто только надо подумать, когда. Потому что у них у яйценоскость когда будет падать-то? Чего получается, это почти. С петухом-то он их всех успевает. Ну, это я не знаю. Не, ну там, смотри, там есть, например, еще. А, кстати, у нас в запасе 5 петухов. К этому моменту можно их выпустить. Нет, я к тому, что рыжих вот этих вот взять, выпустить. Да? Поработать, да? Да, поработать выпустим. Заработать. Ну. Вот. А то ведь что, зря что ли кормим? Нет, ну. Хорошо, что я сегодня яйца продала, а? По идее, там можно их разделить тогда. А, поэтому это надо делать. Так что, девчонки, кто тут рядом с нами живет, обращайтесь, яйцо пока есть. Можем продать. Ну, были по 2 яйца, по 3 яйца. А сейчас эти у нас. У нас завала яиц, несмотря на то, что мы яйца активно едим сейчас на своей диете. Но все равно завалы. Надо это нам. Сегодня вот я продала 60 штук. Так вот. Будем сейчас снова накапливать. Можем снова продавать к выходным-то. Да мы сейчас хоть каждый день можем по десятку-то продавать, что там говорить. Вот. Надо, кстати, поузнавать, может, объявление кину. Не надо? По знакомым продадим. Ну ладно, ладно. Боится, что без яиц останется. Он помнит те голодные времена, когда нам не хватало и приходилось в магазине покупать яйца. Ему так это не нравилось, что у нас нет яиц. Вот. Где же яиц? Нету. Ну что сделать? Был такой период, Алёша. Сам же знаешь. Потому что, говорю, мы же сами выводили. А чтобы они начали нестись, это все-таки прошло, считай, месяцев 7, наверное, или 8 уже, да? Что они сейчас? А, привлеку сильно. Но я говорю, не буду сильно. Я не буду сильно.
Только вот так вот, чуть-чуть. Борис. Ать, 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 ать. Да видишь, я упираю, чтобы... Дед смеется, говорит, только начали поросенка кормить и колоть. Решили. А мы ему усиленно эти каши варим. Нам надо их прибрать, эти каши, потому что потом кому скармливать? Курям я не хочу скармливать каши, они у нас нестись перестанут. Так что придется молодого поросеночка по весне взять, да каши эти скармливать ему, да? В конце концов, они столько лежали, еще полежат, да? Так что... Вот и Леша и сопротивлялся, не хотел больше поросеночка брать. Ну что-то мы. Ну что-то мы подумали, есть. Ага. Так она грязная, меняю воду скорее. Уже грязная вода стала. Вот, но все-таки подумали, что у нас очень много отходов. Один не допьет молочко, другой не доест творожок, третий не доест колбаску. Ага. И отхода. Еще скажи, в подвале еще столько много. А, ну да, и в подвале иногда остается. То есть... Так что решили, все-таки поросеночка-то надо будет взять. Но вот просто Алеша говорит, если сейчас возьмем, он опять начнет мерзнуть. Самый же холода, январь-февраль будет, да? Крысы там будут. Да, и то, что крысы. Мы же, видите, грешим, что у нас в том году поросенок сдох, потому что крысу отравленную мог съесть. Ну, мог. Там поросята уже были побольше. И сдох у нас один поросенок. От чего, непонятно. Но есть такое тоже сомнение, вдруг крысу съел. Потому что мы нашли у него потом... подстили дохлую крысу. Так, ну что за девочки такие, а? Так что вот так. Там уже целый каток, ну. А я люблю маленьких поросят, они такие хорошенькие, когда маленькие. Ну вот. В общем, по теплу будет теплее уже. В апреле где-нибудь, в мае. Дед бы так же сделал. Чтобы им тепло было. Печка. А что? Что сделал? А, кормушку-то? Ну, чтобы можно ставить. Убирать, обслуживать, чтобы они не переворачивали. Ну, конечно, придумаю. Но сейчас видишь, никак это не сделаешь. Придумать-то можно. Ему задать только цель, он придумает. Ай, у нас такое радостное в кавычках событие. Нам сейчас опять скинули физику делать. Каждый день он нам ставит оценки. Вчера, правда, была пятерка. Мы радовались, а сегодня опять тройка. Мы с Матвеем опять в унынии. Не, ну у нас пока по общему количеству выходит четверка, но если он еще троек нам наставит, то мы вообще не знаем тогда. Ну, делаем, причем делаем правильно, ставит все равно тройку. За что? Про что? Мы вообще в шоке. Вы хоть какую сейчас тему-то проходите? Да? Электричество мы проходим. Электричество? То есть да? Матвей будет сейчас... Что знать про электрику? Да, конечно, там же такое важное электричество. Там про какие-то поля рассказывают. Конечно. Прямо, вот я не знаю. Действительно, лучше бы научили провода скручивать мужиков, да? Ой. Ну ладно. Такие вот дела у нас. У нас, знаете, смешно просто. По всем предметам таким, которые, ну, не русский, математика, там, ну, оценки 3-4 за всю четверть. То есть за работой и все, и ставят четвертную оценку. По физике у нас уже больше оценок, чем по математике. Понимаешь, у нас же физика главный предмет теперь в школе. Нет, ну... Ой. Просто странно. Учитель-то физики-то, он по образованию-то не физики. Ну вот, он, видимо, сам учит с нами физику. Ну ладно, что же мы будем. Не будем мы учителей обсуждать. Но мне все пишут, не обсуждайте учителя. Я больше не буду обсуждать. Просто я очень устала от физики. Я устала учить физику, друзья. Я вообще не физик. Я ее никогда не понимала. И теперь приходится ее изучать. Я устала. Поэтому я возмущена, что нам опять дали домашнее задание по физике. Сколько же можно? Там уже 10 оценок. Куда еще-то больше? А она здесь или там?
Мигела? Она здесь. Какая? Вот я говорю, видите, человек закаляется в майке, все еще. Мы сколько проходили, а дед все еще закаляется. Это я к тому, что у нас в конюшне очень тепло. А то кто у нас писал, не прилипают ли у нас к железным ведрам языки у коров? Там, извините, жарче, чем у нас дома. Две коровы, знаете, как топят? Лучше всяких батарей. Там, наверное, градусов все 20. Не зря же дед в майке, он, потому что внутри ходит, там-то тепло. Это он так вот выйдет, сено возьмет голый. Ну, на улице сегодня вообще-то очень тепло. Сегодня, наверное, градусов... Ой. Сегодня, наверное, у нас градусов, я не знаю, может быть, 7. Вот так вот. Прям тепло-тепло. Хорошо. Анна пошла домой. Хоть с Ефимом поиграть. Ладно. А это что у нас тут? Яйца-то. А это яйца, да. Нет, а что они здесь стоят? Да я так поставила, потом заберу. Они на холоде стоят, я домой не хочу. Да, но тут у меня стояли сумки. Как? О, стой, собираем опять, да? А-а-а. Собирайте. Только вот это вот все уберите со шкафов. Ваши игрушки из лего уже везде по всему дому расставлены. Прибирайте. Ой. Ну что тут у меня уснуло, а? Ну что ты? Сидишь, ну-ка дай я посмотрю твою рану. Вроде, слушайте, подзатянула. Вчера я акридермом ей мазала. Она подсушилась как-то. Нафига. Вот не могу понять, что у нее такое. Не могу. Ладно. Будем надеяться, пройдет. Сейчас еще возьму акридерма, еще помажу на раз. Акридер вообще-то он всего помогает. Там и антибиотик идти, противогрибковое. Посмотрим. Там компоненты все. Пошла я руки мыть. Да, это буду делать дело дальше. Где рыбка? Рыбка, рыбка, рыбка. Дима, давайте поиграем втроем. Да ладно. Я жму. Я. На, жми. Думал, папа попадется, да? Опачки. А, ладно, друзья. В общем, играем, развлекаемся. А я пошла, мне надо сейчас сыр покрыть. Я рыба, вот. Рыба, рыба. Так что давайте до завтра прощаюсь. Камеру сдаю. Все, всем удачи. До завтра. Пока-пока.